Нормально. Звони политработник комиссии. Пришел. О. Так, командир стороны сказал спешить все машины. Выходим с кабины. Кстати, вы видели там? Ты хотя бы не ржал бы, когда ты говоришь. Тачка впереди стоит, у них там значок РФП на дверях, блядь. Понял? А у нас нет селёдки? Не-а. А как они так сделали? А чё у нас губастенький шоколадник делает? Я как-то... Так, ну чё, я завожу, блядь, эту кочергу. Давай, давай. Давай, круг. Нихуя. Не идёт. Дави газку, ёпты, блядь, да ну там. Да я что-то это, даже это, вот, подкачал уже. Гребер кардан доставай. Я не могу сейчас рассказать. Все, пизда, блядь, идем пешком. Минуточку надо тебе передохнуть, еще попробуем. Подкачал. Давай, 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 сейчас. Фу, сейчас, блядь, тяжело. Фу. Сейчас должна схватить, блядь, не схватывай. Ну, дави на газ, блядь! Давлю! Еее, блядь! Отжался с ним один раз. Займите, не бегайте. Ну, красавцы, пацаны. Юго-запад будем двигать. Сейчас, пацаны, красава придет, разбудите. Пока тут это. Это начинается движение как бы. Бойцы, раб, начинает движение, Санта начинает движение. Пошли, пошли. Принял. Все, хлопцы, пошли за мной. Нет, пошли, пошли, пошли. Быстро пошли. Вперед! Один где-то. Ура! Сюда, 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 седьмые, сюда. Один тупой. Здесь два, здесь. Один 220. Сюда седьмые идем. 220. Идем к клинам. Растянулись пошире. Пересекаем две дороги, как пересечем, будет вход наш в лес.
Как я соскучился по атакам по полю, блядь. Ты сзади? Угу. Еще одну дорогу должен перенести. Передачок свой, блядь, подожми маленько, блядь. А то вонзил. С пуликом далеко не убежишь, ёпты. Все так, все так. Взвейтесь кострами, темные ночи. Наш молдаванин лучший рабочий. Хуйня, хуйня, а безработная свинья. Молдаван, а ты ведь со штрафбата к нам пришел, да? Так, татку, так. Кирпич клал, да? Кирпич давай, клал. Чем занимался? Хуй клал на кирпич и на все остальное. Могу копать, могу не копать. Или так. Так, товарищ, соблюдайте тишину радиоумолчания, блядь. Это там, режим, блядь. Блять, кто фонит впереди? Арни, это ты? Нет, это Витя. Ну, пиздец, это ты. Он на колонке. Слева шум дешков. Ищу. У меня, бля, форточка открыта, а машина будет. Сейчас будем дорогу пересекать, там, возможно, уже будет. Обнимемся? Ну ка нахер. Ну-ка нахуй, от моего, блядь, клиента, ну чё? Так, кто покопались, бинокль пролицезрею вперед, маленько. Если чё, я тебе просто дымовый гранат. Всё, пошли вперед, пошли. У тебя боевые есть. Давай пизды. Так, стопэ. Впереди окопа.
Немцы убегают, лес, много стоят. Много. Давай мочи, блядь. Это МГшка, блядь, на 200 где-то хуярит. Меняй позицию, бля, ёба, спалили. Да по тебе стреляли, бля, тресерами, говорю. Вали нахуй в другое место. Залил пулемет в рожь. Трассера сюда бьют, шальные, блядь. Все, вот здесь нормалек. Можем, блядь, во фланг ударить, нахуй. Так там наши люди, по-моему, по ней ебашь, да? Да-да-да. Ты еще не слышишь, что ПШ стреляет? Где Санта? Санта, квадрате, короче, 0,54, 77. Опа, здесь фалк еще, знаешь? Можно? Там пушки стреляют. Фалк, или флаг. Короче, сейчас пойдем на юг, пойдем на дорогу, и нам вдоль дороги надо, можно идти будет. Да, да. Ну пошли, блядь. Ну, понятно. Блять, там открытое поле, блядь, где он? Где сам? Он здесь был, надо найти, он маленечко восточный ушел, блядь. Надо его найти, на. У меня рандомно. Надо командура найти, блядь. Пошли, давай на запад двигать тихонечко, блядь, до дороги. Корми-то. Давай. Нам в любом случае вдоль дороги идти надо, блядь. Кнопки никого нет? Не-а. Слушай, а вот это вот, короче, за дорогу шмальнули этот танк-то, блядь, походу по Санте долбанул. Сейчас надо посмотреть. Он, наверное, ушел в открытый участок. Да, посиди пока тут, сейчас я посмотрю. Да. Санта.
Ванту нашли, ура, возвращайся назад. Понял. Его ранили, лечь ты. А ты где нас? Вот, вот, назад. Пошли назад. Слушай, я видел, он стоял в машину. Бешеный Санта. Давай, штопай, штопай его. Пацаны, не. Блядь, как заново родился, ёпты. Ты чё, ёпт, дезертирщик? Мы тебя ищем. Да, блядь, прям в жопу прилетело. Кто меня спас? Кто, блядь, настоящий герой? Здрасте. Как тебя зовут, блядь? Родина тебя не забудет, нахуй. А морфинчика уеби мне, пожалуйста. Чё там, кроет? Что-то тяжёлого, да, бы слышал выстрел? Лак работает. Да. Пушка придёт танка. Так, придется выждать, хлопцы. Во, красавело вообще. А где остальные бойцы? Давай ты с нами будешь бегать, дружище. Медик, в натуре. Ты чей? Не, мы взводные. А, понятно. Где ваши? Ищем. Нет, мы здесь. Бля, парни, давайте для медицины следующую точку сбора раненых всех, блядь, день. Мы уголки, где вот дорогу заворачиваете. Мы этих отстреливаем, дезертиров. Двигайтесь. НКВД, что ли? Нет. Так, Карн, возьми их, подожди, двоих, дружище, вот посмотри, квадрат 050-079. Давай, если сейчас кто из нас ранит, блядь, мы туда подползаем, медик потом приходит минут через там 10, блядь, и лично останется. Дорога, видишь, поворот? 050-079. Не, не вариант. Я предлагаю вам пойти в атаку и уничтожить всех нет. Так это и есть атака, братан. Блядь, я хуй знает, что за чел. Пошли а нахуй, мы, пизду, а блядь. Давай. Все, пошли. Трудный какой-то, блядь, пиздец. Да-да. Говорят, нам метик нужен, блядь, жопу мою из того света вытащил. Пазги не бери. Опа, кто с блоку постреливает, пиздец? Слева. Да-да. Так, что-то едет. Так, фриц сидит прямо, возьми, ты вот сюда смотри. По нам, Санта, блядь. Пулька над башкой прилетела. Назад, не пройдем. Сидят, блядь. Четверо точно сидят. Так, что же делать, а? Ползком хуй найдут. Чуть-чуть правее. Думаешь? Севернее, да? Тут, блядь, лёгкая хуй видишь. Туда хочешь, что ли, отойти? Там ползком? Ну, метров, да, 100 отойти, блядь. Ух, ебать! Прям над твоей башкой, хлопки, ходи. Теперь я хуй слышу. Давай соберем всех, блядь, метров 100, отойдем маленько север, не ползком, блядь, на запад. Давай, ползком тоже хуй увидит. А, там чуть пулемет работает. Там ППШ, блядь, ебашит. Там простреливает какой-то ППШ. Так, слышишь, что делать? Давай здесь поползем. Давай я как разведчик. Не-не-не, подожди, тут пристрелены нахуй, только выползи, сразу прибьют. Надо что-то замутить, блядь. Что-то замутить, дымы есть у кого? Два дыма у меня. Надо кинуть дымы вон туда, как отвлекающий маневр. Самим уебать вон туда, метров 50, и ползком сразу ползти, блядь. Пристрелишь, значит пристрелишь. Ждите поле меня, не блядь, сейчас скину. Так, у меня дымы, стойте здесь. Я уже кинул. У меня тоже дымы. Тоже кидаю. Ну все, пошли у нас, блядь, 2 минутки максимум, блядь, времени. Все, пошли. Пока дымят, попробуем что-нибудь. Пошли, пацаны, пошли. Не сидим прямо. Прямо. Бровки леса не подходите, поползем из глубины сразу. Блять, и там ты. Нормально. Установки, давай. Предлагаю вот в этот пролесок и из него ползти. Давай. Блять, там поле, по полю. Я вас догнал. Выбора нет уже. Ну тогда, блять, пусть пулеметчик, блять, подавляет всю ёбань.
Хуйня, ладно. Деды наши не стали по полю ползать. Мы что, застым, что ли, блядь? Вон пацан, пацан отстреливает с орнита. Иди сюда с пулеметом. А мы ползем здесь. Отлежались, отдохнули в 7.30. И попали, попался. Слушайте, слушайте, смотрите. Вон там противник, короче, их прям на поле, на холме. У них укрытие, какой-то укрепрайон. Противник основной вон там, человека 3-4, и один сутопы там. Понял. На пузе мы туда пропадем. Нужен Давай сюда. Я знаю, ноги будут мочиться. Блин, не показывай.